На, иди. Иди, бери, кушай. Иди, бери, кушай. Побежал. Шурик, на, иди, не бойся. На. Ребят, первый раз даю. На, не бойся. Кушай. Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Всем привет, ребята! Вы на канале «Ушел по делам». Вот, ребят, сегодня приехал я к лисятам. Хотя у нас не погода, капает дождик. Лисятам приготовил я сюрприз. Привез молока, не знаю, как они отреагируют на молоко. Купил им полкило куриных желудков и яичко привез. Сейчас, ребята, им налью молочка, немножко положу желудков и буду их ждать. Они уже скоро должны проснуться, буквально вот минут 10 еще им спать. Ну что, ребят, давайте их покормим. Ну что, ребят, вот молоко покупал я в мясной, там же покупаю им куриные сердечки и желудки. Ну что, нальем. Дождик увеличивается, не знаю, сейчас меня походу накроет. Смотрите, как точно я им подметил. Налил точно. Вот как-то так, ребят. А вот, ребят, куриные желудки. Сейчас я им положу несколько штучек. Уже темнеет. Сейчас фонарик включим. Вот такие, ребят, желудки. Мясистые. Туда бросим им для запаха. Положим с молочком рядом. Ну что, теперь, ребят, подождем. Они сейчас буквально с минуты на минуту должны проснуться. Я не знаю, может, у них там часы есть, но прям они четко выходят, особенно толстые. Что, ребят, яичко я добавил, молочко. У меня здесь получилось форс-мажорное обстоятельство. Яичко разбилось и получилось только слить его. Вот скорлупу положил, и мало ли, может быть, им кальций нужен. Еще пока никто не выходит. Еще, наверное, просто из-за погоды они спят. Ничего, жду их, ребят, пока жду. Ребят, смотрите, толстый проснулся. Куда ты? И молоко потащил, смотрите. Все пролил. Утащил миску с молоком и все пролил, смотрите. Толстый, ну ты чего? Взял плошку с молоком и перевернул. Все, разлил. Чего ты разлил? Я ж тебе принес. Ну, теперь облизывай. Хотел в норку унести. Ну, облизывает. Что ты все уронил-то? Выходи давай, толстый. Выходи, выходи, там покушать есть. Вот, ребят, лижет. Молочко. Ну что ты? Вон, бери, кушай, вон там. Толстый, смотри. Вон там, смотри, смотри, есть что. Иди. Иди, молодец, нашел. Смотрите, яичко почувствовал, мясо. Молодец, скорлупа. Все хочешь взять, да? И скорлупу, и молоко. На. Схватил скорлупу. Эх, ты голодный. Ну ладно, кальций им тоже нужен. Толстый, на. Он, наверное, просто боится, что сейчас все прибегут, и ему не достанется. Иди, выходи. Уже сам давай. Уже шуруешь здесь. Молочко пьет.
Разлил. На. На, иди, бери, кушай. Яичко. На. Кушай. Смотрит. Нет никого, нет. Иди, на. Иди, бери, кушай. По-быстренькому. Живется тебе хорошо, да? Это не сердечки на один укусик, надо пожевать. Да, здесь мясо плотненькое у желудка. На. Иди, кушай. Иди, бери, кушай. Карапуз. Кушай, кушай, не бойся. Побежал. У него на хвосте кусочек не хватает меха. Это ориентир будет. Толстый. Ну что ты? Где все остальные? Что-то маленького нету. Малыша. Все, он придет. Иди, бери. Не бойся. Там человек идет, вон. И толстый испугался. Правильно делает. Там, ребят, еще есть лисенок. Он молоко там пьет. Он пролил. С миской утащил. Ну, правильно делает. Незаметно, что здесь кто-то есть. На, иди, бери, не бойся. На. Толстый. Кто-то шухер им навел. Боится. На, иди. Нет никого, не бойся. Не бойся. О, и свалился назад. Не удержался. Зашел задом и назад туда ушел. Не удержался. Что-то они какие-то все на нервах. Может, что-то случилось, кто-то их погонял. Ну, правильно, они сейчас начинают покидать норку. Вон, выглядывает. И собаки их гоняют. Иди сюда, на. Так, ребят, натыкаю. И даю. На. Иди сюда. Иди, бери, не бойся. Кушай, не бойся. И сразу бежать. На, иди. Иди, бери, кушай. Иди, бери, кушай. Красавец. Ребят, включил фонарь, чтоб получше было видно. На, толстый. Иди, бери. Палку отдай. Сплюнь. Выплюнул палку. Пойду другую возьму, зубочистку. Иди, бери. И бежать, карапуз. Где все остальные? Спят, что ли? Иди, бери, кушай. Не бойся. Теперь аккуратно берет. Не бойся, кушай. Посиди со мной. Устал бегать. На, толстый. Кушай. Толстый. Сейчас я тебе дам еще. На. На, иди, бери, не бойся. Нет никого, на, иди. Красивый, красавец. Кушай.
теперь будет, не бойся. Кушай. И бежать. Слушайте, нормально он заточил, ребят, скажу вам. Я ножиком порезал их напополам. Они, видите, как двойные. На. Иди бери. Иди бери, не бойся. На. Аккуратно бери, карапуз. С другого ракурса попробуем, ребят. На, иди выходи. На, не бойся. Иди выходи. И бежать. Ладно, пусть он покушает. Нет никого. Все где-то спят. На, толстый. На. Иди, бери, не бойся. На. Ну что, ребят, вот мы покормили толстого. Он там был не один, еще кто-то был в норе из лисят. Но это был не малыш, вот. Такой покрупнее немножко лисенок. Побаивался выходить. Вот толстый убежал. Обычно, когда он убегает, возможно, сейчас он не один придет. Сейчас, наверное, всех приведет. Возможно, мы познакомимся с его родителями. Ну что, ребят, подождем. Не знаю, ребят, видно вам, нет? Вон там плошка, которую толстый унес с молоком. Он так удачно ее перевернул, что там вот можно пить молоко. Видно вам, нет? Вот они там и пили, второй лисенок. Ребят, еду я такой, смотрите, лисенок, не пойму, толстый это, не толстый. Толстый. Проплешину надо посмотреть, есть у него у хвоста. Нет, другой толстенький. Не знаю, видно вам, нет? Толстый. Смотрите. Сидит. Балдеет. Никого не боится. Играет. Иди сюда, выходи. Кушать будешь? А? Кушать будешь? Как тебя зовут? Красавец. Красавец. Сейчас тебе покушать принесу. На, иди кушай, иди бери. Смотрите, ребят, лисенок другой, крупный. Кушай, кушай, не бойся. Видите, проплешины нету сзади у хвоста. Другой лисенок. На. На, иди бери, кушай. Не бойся, кушай. Кушай, не бойся. Велосипед отражает. Главное, велосипед смотрит. Вот, ребят, видно вам лисенок? Иди бери. Иди, не бойся. Вон велосипед отражает. Велосипед там смотрит на велосипед. Боится. Так, поближе кинем ему. На. На, не бойся. На. 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 На, иди. Иди, бери, не бойся. Иди, бери, не бойся. Иди, не бойся, бери. Смотрите, какой крупный лисенок. Один здесь, смотрите. Один лопает. Так, ну пойду толстого проведу. Вот, ребят, лисенок тот. Не бойся, не бойся, не бойся. Все кушать хочет. Крупный. Чего ты? Чихаешь. Выходи. Выходи, не бойся. Одни ушки торчат. Или покормим его? Давайте его покормим, да? Не знаю, видно вам, нет? Сердечки, желудки. На. На, иди бери. На, иди бери, кушай. Не бойся, кушай. Найди, найди, бери. Смотрите, ребят, сырок хочет взять. На, иди бери, не бойся. Иди бери. На, на, найди. Иди бери, не бойся. Кушай.
Ребят, с рук боюсь давать, потому что может цапнуть. Зубочистки я оставил там, у другой норы. На, иди бери. Шурик, смотрите, сидит со мной. На, Шурик, иди бери. Иди бери, кушай. Не бойся, никто тебя не обидит, иди бери. На, на, на тебе поближе. Эти ко мне. На, 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 Шурик, на, иди бери. На, на, иди бери, не бойся. Бежать, одни уши. Одни уши торчат. Вкусно тебе? Шурик. Че, ребят, может, Шуриком его назовем? Живет. Шурик. Кусок большой, я его не разрезал. Ну че, выходи. Шурик, на, найди, не бойся. На. Ребят, первый раз даю ему. На, не бойся. Кушай. Схватил и побежал. Одни ушки торчат. Уже смолотил, прикиньте. Так быстро. Иди бери, не бойся. Кушай. На, иди бери. Шурик, иди бери. Ух ты, как аккуратненько взял, молодец. Не бойся, не бойся. Он, ребят, кушает. Не бойся. Крупный лисенок. Еще будешь? На, иди, уже к тебе подошел. В рот сейчас положу, на. Ты трусиха. Так, ребят, ночь. Вообще, глаз выколи. Караул. Ну что, ребят, вот я подъехал к норе, где живет Толстый и его братва. Никого нету. По дороге я здесь встретил лисенка. Он крупнее, чем Толстый. Мы его покормили. Получилось даже с рук его покормить. Ну, надеюсь, будем дружить. Ну все, ребят, еду я домой. Всем пока.